Привет, друзья! Если вы искали данное видео, вы точно наткнулись на то, что именно вам нужно, а именно сменить страну или регион в App Store. Поэтому я расскажу вам все подробности, нюансы, чтобы вы знали, что к чему. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. История такая, что прежде чем вы это будете делать, вы должны согласиться с условиями Apple. Вы это делаете при том, как вы только купили телефон, активировали его, создали учетную запись и, в принципе, всем этим делом пользуетесь. Но наглашаю на то, что те люди, которые в данный момент, вы хотите сменить страну в App Store, вы должны понимать все те подписки, которые у вас есть, вам придется от них отказаться. И когда вы поменяете на нужную вам страну, вам придется заново эти подписки покупать. Поэтому я вас предупредил, если вы, в принципе, согласны дальше действовать, просто смотрите дальше, как это сделать, и двумя способами продемонстрирую, как это, в принципе, все совершить. Так, друзья, как я ранее уже сказал, есть два варианта, как сменить можно регион в App Store или страну. Это через настройки или же через App Store. Давайте покажу через настройки. Перешли в первый пункт настроек, вот самый верхний. Сюда нажимаем медиаматериалы и покупки, посмотреть. Вы здесь верифицируетесь, подтверждается пароль. Нам нужен пункт страна или регион. Переходим сюда. Здесь у нас производится загрузка и нам нужно будет уже выбирать конкретно ту страну, которая нас интересует. Допустим, вот Соединенные Штаты. Здесь нужно принять все условия, читаем и все, принимаем. Итак, вот. Нам здесь предлагается пункт, допустим, без карты, и здесь мы уже пишем какой-либо адрес. Адрес у вас уже должен быть именно тот, который вам нужен с Америки. Вот правильность данных заполнения, то есть пишите примерно, самое главное это город, штат, индекс. Индекс правильный именно вот, все индексы правильные, то есть вводите в Гугле вот все первые реально действующие, именно пишите там Лос-Анджелес, Калифорния, индекс, прописывайте, именно самое важное это индекс, город и штат, и все обязательно на том языке, который это нужно. Жмем готово. Точно так же язык меняется у нас через App Store, перешли сюда, нажали на верхний кружочек, который здесь появится, еще раз на вашу учетную запись, и точно так же здесь прогружается пункт страна или регион. Все точно то же самое, пошагово делаете, изменить страну, и дальше опять же выбираете страну и так далее, все точно так же пошагово, это все меняется. Самое главное, что правильно, достоверность информации. Так вот, друзья, вы все, я надеюсь, поняли прекрасно, подробно, если вы что-то не поняли, я оставлю в описании под видео, все доступно, понятно, чтобы понять. Самое главное то, что вы пишете, выбираете страну, город и штат. Индекс – это самое главное. То есть индекс, штат, город вы указываете точно, правдивы, гуглите, смотрите, чтобы не было никаких нюансов. Ну и номер телефона, конечно же, подбираете согласно того, как я вам, в принципе, показал. И все у вас, в принципе, получится. Будут какие-то вопросы, конечно же, пишите. Я всем отвечаю, всегда помогаю. 24/7 с вами, ребята. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, оставляйте ваше мнение в комментариях. Дальше больше, скоро увидимся.